Швейцария возглавила общеевропейский рейтинг наиболее дружелюбных стран для криптовалют и блокчейн-проектов. Его составили организаторы стартующей в конце мая конференции BlockShow Europe 2018. Швейцария заняла лидирующую позицию благодаря своему благоприятному регулированию и прогрессивной позиции правительства в отношении стартапов. В тройке лидеров также Гибралтар и Мальта. В общей сложности исследователи оценили 48 европейских стран по таким критериям, как развитие политической, правовой и бизнес-сфер, а также налоговый режим для криптовалют.